Всем привет, друзья мои. Дэн. Апрельская поездка 2021 года. Первый выезд стартует. Вперед, друзья мои, вперед. Осталось 270 километров. Друзья мои, 15 апреля. Температура воздуха 22 градуса. Игорь Александрович, расскажите нам чуть-чуть про дорогу. Мы уже проехали Волгоград. Уже дорога. Дорога как дорога. Мягенько идем. Неденько. Да. Еще чуть-чуть осталось. Сколько нам там? 3 часа, и мы на месте. Я вру. 4. 280 где-то километров. И мы на берегу Ахтубы. Сом, наверное. Сом, наверное. Вытаскивай. Намыл. Ох, нифига себе. А? Сейчас поднимется. Ну, вроде как и пузыриков нету. А? Где-то рядом уже. Давит, давит. Ну что, друзья мои, всем привет. Вот и подошла к концу. Точнее, еще подходит, но я думаю, что она уже завершается на стадии завершения. Наша апрельская поездка 2021 года. В целом, можно сказать, что рыбалка была трудовая, судака приходилось искать, значит, стоял он не по всей реке, какими-то вот такими местами, пятнами. Вот, если доводилось эти места найти, то ловили. Вот, значит, были пойманы, в принципе, у нас такие трешечки, там 3 с лишним под 4 килограмма, но в основном были особи от 800 грамм до где-то кило 200, такие вот экземплярчики, скажем так. Вот, были еще интересные моменты на воде, так что смотрите видео, надеюсь, оно получится и видео будет интересным. По поводу приманок. Приманки отработали у нас, значит, такие вот желто-рыжие, желто-зеленые, какие-то вот такие оттенки, скажем так, красные. Вот, натуралки типа хром, это 31-го, битые стекла работали, но нам показалось, что хуже. По моделям неплохо, как обычно, в принципе, отработал бандит от Германа, оригинальные бандиты. Значит, Мэнс отработал старого образца, трехкрючковый, очень хорошо. Неплохо половили троны, причем приносили нам реально неплохую рыбу, ну, именно по размерам они именно приносили. Вот, что еще? Юзури Кристал, Миноу, значит, неплохо себя показал, но хуже нам показалось, что, в принципе, как, допустим, как те же самые бандиты. Интересный вообще момент. Те приманки, которые работали в том году или вообще как бы в апреле, да, там, в июне, в июле, там, неважно, осенью, сейчас они работали
но как-то мне, нам показалось хуже. То есть приманки приходилось подбирать. То есть и судака искать, и еще под нос ему нужно было сунуть какую-то вот вкусную приманку, которая ему понравится, с определенным цветом, с определенной игрой. Вот. Глубины в основном у нас отработали, это значит от 6 где-то до 8, даже до 8 с лишним метров. Вот. Основная масса рыбы, наверное, все-таки была поймана на семерочке, на 7 метрах. На миляк мы пытались выйти, вот. Слышали, что там, значит, рыбу кто-то ловил до нашего приезда. Пытались мы гонять там и лонгбилла, юзури, значит, и бомберы разноплановые, хаски-джерки. И, значит, вот ставили мы новинку от Герман под хаски-джерк. Но, значит, что самое интересное, мы там не поймали вообще ничего. Ни судака, ни даже щуку. Не попадался даже окунь. То есть просто, вот, что бы ни поставили, просто в холостую проходили. Несколько раз, довольно-таки прилично мы пробовали раз, и результат никакого нам это не принесло. Вот, поэтому мы выбрали все-таки стандартные наши глубины, по которым я люблю ходить. Это, значит, повторюсь, от 6 до 8 в среднем метров. Вот, и там мы, в принципе, вот, ну, более-менее, так скажем, половили. Рыбалка была реально трудовой. Но она состоялась, и, в принципе, надеюсь, видео получится. Поездка была для нас интересной. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы старались. Ну иди потихоньку, я говорю, сделай и все. Ну, иди, придешь, я поставлю эту, давай разогрею. Все мокрое.
крестом, по-моему. Крестом? Ну что, друзья мои, вот мы и на воде. И в первые же дни мы сразу поняли, что рыбалка будет непростой. Берш. Нам очень много приходилось перемещаться по водоему в поисках судака. Мы меняли то одну точку, то другую точку, ездили по всем моим старым проверенным местам, и порой эти места были пустые. Приходилось искать что-то новое. Какие-то новые стоянки, новые локации, где стоит судак. Мало того, что он стоял на каких-то, может быть, даже новых местах, на старых местах его было не так много. Помимо этого всего, приходилось еще подбирать приманки. На все подряд судак в этой поездке не ловился. Он вообще, в принципе, на все подряд не ловится. Но в этот раз было довольно-таки сложно подобрать уловистую приманку. Нужную приманку, которая понравится судаку. Так, ну что, попробую. Да? Здесь мелко. Я просто думаю, сейчас тут нет. Жесть вообще. Жесть, говорю. Жесть, просто жесть. Что ты взял? Наверх идет. Ну, вроде бы не багр, вроде зарод. Черный, смотри, видишь, работает. Где-то мои предметы здесь. Честно. Смотри, сходу прям взял. Сходу взял. Давай, 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 мотай я его. Ты веди, да, я подведу. Вот, нормальный зачет. Байратик. Как долго мы вас ждали? Байратик. Байратик сработал.
Вот это прям с поклевкой взял. На отдачу. Ну не очень крупно. Нет, хорошо. Все. Хорошо. А, тройники у этого. У трона маленькие, а он прям за хвостик схватил. Взяли на бандусик. Что-то взяли, но не крупное, да? Но наверх не выходит? Нет. Ну, либо мне сыпал, мне кажется, что... Подожди. Что-то тяжелое. Тяжелое. Да. Наверх идет вроде. Не лечь, но, по-моему, подбородком он прижал. Там что-то не крупное, все. Ушел. Ну там не крупный был. Я его он прижал по воротку. Поэтому так тяжело было. Ну чё? Нету? Утром было, потом все вырубило. Одного взяли и мелочь за борт. Ну одного упустили. Одного упустили, да. Сейчас попробуем здесь что.
Как успехи? Нету? Ну, у нас второй. Поймали? Ну так. Трудовая. А так что на воде, что рассказывают? Особо ничего, да? Да не, ну тут когда вчера мы только раскладывались, на чипсанцы туда одного только хорошего взяли, мы видели. Больше ничего. Тут двух все рядом. Вечером? Взяли вечером? А? Нет. Это часть. Да это одного, случайно. Часть два днем, да? А, то есть, собственно, стали они потому, что вчера взяли. Вчера вечера. Ладно, ничего, может, попозже сейчас он шатается. Погода. Погода, да. Воды нет. Воды нет, да. Надеемся, застанем всю прелесть. А вы лагерем ставите или на лагерь? Понятно. Что рассказать? Пока нечего нам рассказать. А? Не, ну так ловится-то, ну мелочь. То есть мы вот вчера поймали сколько, наверное, хвостов? 8, но... Да, но мы их отпустили, взяли только двоих. Ну таких все типичные. А? Здесь, выше, туда. Маленький. Вроде копеечных нет, но сегодня вообще ничего нет особо. Ну, может, сегодня мы двоих взяли. Один сошел, по-моему. Да-да. Один сошел. Слабовато. Битое стекло, хром. Серебряшки такие, переливающиеся. Но первый день был еще белым. Черный уголек был. Да, черный уголек. Сегодня мы решили приготовить в Алганском казане баранинку с овощами. Я думаю, что... Так, ну что, вот поспел наш казан. Чудо-горшок. Наш ужин. Нет. Открываем. О, какое блюдо у нас. Сейчас будем пробовать. Любое блюдо без сыра. Дэн, как думаешь, там офигенно? Это очень вкусно. Лететь колотить из баранины. Что это? Казанище поспел. Я думаю, что 4 дня мы это не будем есть. Все это уйдет быстрее. Да ладно, быстрее. На маленьком огонечке там на костре. Блин, мои все вот здесь казаны все съедают. Мясо мягкое, картошка шикарная. Кинза, оно друзья, там, и баранина. Коркой покрылась. Вообще, в принципе, любое мясо. Картошки, картошки. Да, да. Самые лучшие друзья. Просто и... Да, большим пальцем. Хорошо, большим пальцем. Берешь эту ноту и... А здесь в Москве ориентируется новенько. По моему опыту, я в Саратове... Это один. Тёщка, потом можно бить. Тяжело платить. Как хочешь, бей, короче. Куда иду я, туда не светит солнце.
Вот только, братцы, добраться до темна. Не тычка, ебать конем, блядь, не тычка. Сом, наверное. Вытаскивай. Намил. Ух, нифига себе. Так. Что-то у нас влупило. Это Люха. Что-то страшное. Да, может какой-нибудь там серьезный багр, конечно, но будем надеяться, что это все-таки то, зачем мы ехали. Че, как ощущение? Ну что-то там тяжелое. Тяжелое? Давит? Да, я даже. Я и фрик уже ослабил. Ну это не багр, он на месте стоит. На месте стоит? Ну, багр бы сейчас в сторону какой-нибудь шел, но я. Ну есть. Пока тоже не похож. Может, конечно, багр, блин. Если ты сейчас леща забагрил, ну блин, я не знаю. Я тогда описываюсь. Это лещ. Лещ-мутант. Потащил очень сильно, то есть на леща. Не, я видел момент поклевки, как бы прям удар был. Мне кажется, все-таки это то, зачем едем. Если судак, то там очень здоровый. Надеюсь. Или сомик. Ответственный момент. Ну, сука, хуй противный, ты блин. Подлодку сядь, да? Сомик? Это же прекрасно. Вот что, не так? А? Вот
хочешь? Сейчас поднимется. Ну, вроде как и пузырьков нету. Где-то рядом уже. Давит, давит. Пошел. Ушел. Фиаско. Короче, ушел он. Камера села, стали на Панасоник снимать. Скорее всего, Сомик был. Ну, как-то так. Крючки не разогнул. Вот такой мэнс. Все на месте, не разогнуто. Фрикцион работал. Спиннинг тоже отрабатывал. Ну, это неудача. Фиаско. Чудовище поймало рыбку. Ты кто? Ты кокунь? Он поймал кокуня? Вот такое чудовище поймало такого кокуня. Чудовище. Еще по камеру, а не судачок. Судачок. Да, в губе прям висит. Ничего не надо. Что ж такое-то, а? Не надо, не надо. Держи его, слабину не давай. Давит, если давит, короче. Да. Ну, если давит, ты как бы это не мотай. Не урывай у него из пасти. Я не качаю с палкой, я просто, короче, он раз начинает давить, я останавливаюсь. Перестал давить, я, короче, постоянно держу натяжку. Наверх вроде не идет. Нет, это должно быть нормально. Наверх не идет. По боли двушка. Не торопись, не торопись, не торопись. Не торопись. Давит? Да, да. Поздравляю. Блин, друзья мои, рыбалка трудовая. Просто кипятка. Так, стая белева какая идет.
до подвели, ничего особо нет. Попробуем сейчас в другом месте. Давай, беги. Пиш. Есть. Красный пипец, под жопу там. Прям атака дерзкая была. Что-то тяжелое. О, ребятушки. Что-то тяжеленькое. Да, это, можно сказать, трофей. Так, по-тихому. Есть. Вот это неплохое. Ну, съедобный. Полторашечка точно есть.
есть. Что шибко бойкая, бля. Так. Пластик. Висит на сопле. Опа. Последний тройничок. Такой клыкастик. Глубина 7 метров. По тяжести похоже на хорошего, но посмотрим. Да, это вроде бы хороший. Больше двушки. Ну что, друзья мои, очередная вечерняя рыбалка у нас заканчивается. Сейчас поедем на базу. За весь вечер у нас на два спиннинга ни одной поклевки. Ни одной. Вот. Утром, повторюсь, клюет. И клюет, причем где-то, наверное, может быть, даже до 11, до полдвенадцатого. Там с перерывами, конечно. Начиная где-то, ну, с 5. На воде лучше быть 5, там, без чего-то 5. Вот. А вечером уже очередной выход. Там, если повезет, там два там хвоста там поймать можно. Да. Ну, три с мелочью там какой-то. А так ничего вообще хорошего в этой поездке по вечеру сказать я не могу. Может быть, конечно, кто-то где-то ловил. Поделитесь в комментариях, скажите, там, вечерние рыбалки, где ловили. Но не как-то кто-нибудь напишет, что ловили на мелике где-то там в полутора метрах, на 3,5. Но мы ходили с Денисом, ставили и лонгбиллы от Юзури, и какие, кого только мы не ставили. Ничего. Вот. Вообще даже щуки, ни окуня, ни мелике почему-то не было. Вся рыба у нас, в принципе, поймана была на глубине где-то, наверное, ну, скажем так, от 6 и до 9 метров. Вот. То есть, наверное, основная... Ну, скажем так, вот глубина это где-то, наверное, 7 метров. Вот. Что у нас работали? У нас работали бандосы разные. Там красненькие, зелененькие, натуралочки работали. Вот. Что у нас там еще? Вот тут сюда, что ли? 31-й, 32-й. Ну, 31-й, я говорю. Ну, короче, какие-то битые стекла работали. Но больше всего, наверное... Да, уголек работал. Вот. Белый ходок что-то у нас как-то в этот раз, по-моему, что-то не удивил. Вначале. А вообще, как бы такие оранжевый бандос, такой желто-оранжевый. То есть вот желтые, оранжевые какие-то цвета, они, вот, мне кажется, в этой поездке вообще просто рулили. Также отработал трон. Юзури Кристал Минова там что-то нам тоже принес. Вот, но не сильно как нас удивил тоже. Да, по-моему, на танцора ты что-то, по-моему, одну поймал, да? Нет, вообще ни одной. Ну вот, в принципе, как бы да, пробовали мы разные, там разные. Мэнс, значит, мэнс рыжий, такой красно-желтый, с полосками. Вот. Вот он порой нам делал прям реально рыбалки. Ну вот как-то так. У нас еще осталось несколько денечков.
И ну, посмотрим, что будет. Вода идет, вода прет, вместе с ней мусор, коряги и вся остальная мутатень. Вот. Надеемся, что и судак начнет подтягиваться к всяким вытекам, шмытикам. Вот. Возможно, что-нибудь нам и получится поймать. Вот. Уже попадаются, проскакивают трофеи. Вот. Но мелочи очень много мелочи. И такое ощущение, даже непонятно, активный он в пиявках, но с другой стороны, бывают мелкие особи, такие дерзкие, поклевки, думаешь, ну все, там что-то, и как-то они тяжеловато сопротивляются, что ли, то есть как-то тащишь, думаешь, там крокодил какой-то, вытаскиваешь, там мелочевка. Вот. И наоборот, можно сказать, что бывают вообще просто пассивные какие-то такие бадания. Судак еще с икрой, еще не на гнездах. Попадались рогатые, конечно, уже такие особи. Но основная масса не на гнездах. Вот. Так что надеюсь, что нам повезет, и мы еще половим. Все. Вот еще что. Нам не повезло с погодой. То есть, когда до того, как мы приехали, недельку стояла офигенная погода, где-то на градусов там 20-25. Сейчас и стабильная была такая. Сейчас дожди, ветра, какие-то облака и тому подобное. То есть как-то то ветер справа, то слева, то с севера, то с юга, то с запада, то с востока. Короче, не поймешь, что творится. Вот поэтому вот так. Зацеп, нам нужен отцеп. Вот такой отцеп. Вот такая система с таким пауком. И в комплекте идет такая вот штука. И вытаскиваем. Опа. Отодрали? Не отодрали. Зацепили. Зацепили. Вроде бы отодрали. Да. Вот так вот. Воблер спасен. Вот такая штука. Так, вот тут еще какие-то штуки-дрюки. Вот. Такой вот отцеп.
такая вот фигня. Вот. Кто-то спрашивал у меня, какой нужен нацеп, каким я пользуюсь. Вот пользуюсь вот таким. Нормально, мне нравится. А у тебя что? А я на джик стоял. А на джик поклевывает? Здесь у леса рыба, за водокачкой. Ну, да, ну, ловится. Ну, давай. Да, да, да. Ну, давай. А внизу я не плавал. Там что-то вообще хреново. Опа. С электроякорем, конечно, намного удобнее. А вот мы якорь зацепили за корягу, за эту, наверное. Сейчас я вам покажу, как надо привязывать якорь правильно. Нифига себе, а что он не срабатывает? Вот такая вот петелька. Только желательно, конечно, потоньше ставить. Она позволяет сорвать якорь. Хомутик такой монтажный. Якорь привязываем за низ, веревку сюда как бы прокладываем и хомутиком монтажно фиксируем. Тогда при зацепе он обрывается и якорь достаем сверху. Так, все, едем кушать, и потом опять на рыбалку.